Итак, а мы продолжаем нашу программу. Сейчас я на сцену приглашаю студента уже нашей Дубравской студии современной музыки «Диголэнд». Молодой человек, который получил академическое образование, только недавно закончил музыкальную школу и теперь вот предпринимает попытки в исполнении джазовой музыки. Это Иосиф Ганзиошин. Пожалуйста, поаплодируйте ему. Не правда ли, фамилия Ганзиошина уже что-то напоминает? Вы только не перепутайте, когда будете голосовать, потому что его сестра, виноват. Его сестра Елизавета сегодня уже и исполняла одно произведение. Вы помните, в каком составе? Она концертмейстервала, да? Ну да, она аккомпанировала Вере Алексеевне, когда она исполняла на виолончели. Итак, а мы сыграем, потому что я сейчас присоединюсь к Осифу за другим инструментом, пьесу, такую знаменитую джазовую пьесу, которую написал Джимми Джуфри специально для 4 саксофонов, но мы попробуем сыграть эту пьесу в 4 руки. Итак, она и называется «Четыре брата». Thank you.
суд. Иосиф Иосифович, мы тебя так не отпустим, вернись, пожалуйста, к нам. Иосиф Гонзёша, 4 брата, Джимми Джуфри. А теперь я приглашаю на эту на сцену очень интересный проект, очень новый проект, необычный проект для нашего города. Можно выходить, девушки, ну, чтобы люди поняли. Нет. Очень интересный проект, потому что у нас, согласитесь, очень мало в городе играют на саксофонах. Тем более, очень мало их играют девушки, тем более, очень мало это делают в трио. Ну и вообще, саксофоновая тема в нашем городе больная была до недавнего времени, пока вот эти три замечательные девушки не появились в культурно-эстетическом центре Дубрава. Но тут, конечно, я, извините, оторвался по полной. Ну и продолжаю срываться в смысле того, что появляется такой интересный проект. Итак, давайте запомните его фамилии. Это Дарья Бурданова, Анастасия Яманова и Любовь Серебрякова. Это трио или квартет, потому что сейчас буду им аккомпанировать, исполнит два произведения, два джазовых стандарта. Одно «Ирвинг Берлин Чик ту Чик» называется, «Щека к щеке», такой перевод. А вторая пьеса – это такой традиционный блюз, у него есть название «Тенор Мэднесс», написал его известный саксофонист Сонни Роллинс. Итак, мы начинаем программу. Thank you.
Анастасия Яманова, Дарья Бурданова и Любовь Серебрякова. Спасибо вам. Спасибо, дорогие друзья. А наша программа плавно движется к своему финалу. Помните, что скоро нам нужно будет уже голосовать. Сейчас будет еще один номер. И после этого уже, собственно, можно приступать к голосованию. Я приглашаю на сцену еще одно очаровательное создание во всех смыслах этого слова. Зовут это создание Тася Кузнецова. Тася, можно уходить на эту сцену. Здравствуйте, Тася. Мы с Тасей только увиделись вот сейчас, да? И сейчас мы будем с ней играть достаточно такую сложную импровизационную программу и будем по-честному импровизировать, без всяких заготовок, ну, так, как это положено джазменам, встретиться на сцене. Тася получила замечательные основы академической музыкальной школы, теперь тоже пробует себя в импровизационной музыке. Мы исполним два произведения, может быть и не два. Вот, и первое произведение, это будет импровизация на пьесы на босанову Карлоса Антонио Жобима, это такой известный бразильский джазовый композитор, и пьесу Чика Корея, которая называется «Ла Фиеста».
Таисия Кузнецова звали. Это очаровательное создание. Спасибо. Дорогие друзья, ну вот, собственно, тот момент, когда вы можете уже со всей ответственностью взять свои гаджеты и начать голосование. Вот, потому что последний номер нашего концерта в программу не входит. Я все-таки считаю, что этот коллектив уже может выступать вне конкурса. Ну, не знаю, по каким причинам. Ну, во-первых, они уже взрослые девушки. Хотя по... они проходят по возрастным категориям. Итак, девушки, я прошу вас выйти на сцену, чтобы вы тоже были рады, что такое тоже бывает. Такое тоже бывает для вас. В завершение нашей программы выступает вот такой скрипичный квартет. Скрипичный квартет. Здравствуйте, Елизавета. Мне очень нравится встречаться с нашими студентами непосредственно на сцене. Значит, объявлю вам состав участников. Ксения Коптелина. Первая скрипка. Ольга Северова. Первая скрипка. Анастасия Воева. Следующая первая скрипка. И Елизавета Самсонова. Еще одна первая скрипка. То есть в этом квартете все скрипки первые. Все скрипки выполняют свою функцию. Они могут выполнять ее разную, играть внизу, наверху. В общем, где они захотят. Но и при этом они самостоятельно импровизируют. Вот. И мы подготовили вам три произведения. Лиза, бабочка, к тебе прилетела. Первая пьеса – это Джой Спринг, написал ее такой трубач Клиффорд Браун. Второе – это знаменитая, замечательная баллада Франка Перкинса, которая называется «Stars Fill Alabama», «Звезды над Алабамой» и в завершении нашего отделения и вообще сегодняшнего гала-концерта фестиваля «Сидни Листи» прозвучит пьеса «И Дон Мина Сын» Дюка Эллингтона, то есть без свинга нет джаза. Ну вот так мы начинаем нашу программу под ваши бурные аплодисменты. Thank you.
Спасибо. Ксения Коптелина исполняет чудесные произведения. Ольга Северова, Анастасия Воева и Елизавета Самсонова. Спасибо, дорогие друзья.